Почти сутки его считали погибшим. 3 выстрела в спину на пороге собственной квартиры. На самом деле оказались спецоперации СБУ. Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко жив. Организатор покушения, который готов был заплатить 30 тысяч долларов за его жизнь, уже задержан. Я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти. Эта операция готовилась 2 месяца. Ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ. Уже переданы деньги. Показали, значит, документы, мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал, да. Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственных служб, да.